Кого только не встретишь на самарских улицах. Заглянули в один из дворов на улице Буянова, а здесь, кто бы вы думали, Печкин. Как живой. Кто там? Это я, почтальон Печкин, принес заметку про вашего мальчика. Знаменитый почтальон из советского мультика, творение художника Александра Степанищева. Печкин едет на настоящем велосипеде, опускает конверт в настоящий почтовый ящик. Правда, композицию еще нужно доработать, говорит автор. И вот всякую нору, галчонка нарисую, письмо утащил туда. Это такая задумка. Время будет. Преображает свой двор самарский художник уже несколько лет. Окна его дома выходят прямо на ветхое здание. Чтобы пейзаж стал повеселее, решил сам его приукрасить. Начал с небольшого фрагмента, потом фантазия разыгралась. Здесь старые вещи обретают новую жизнь. На фасаде поселились плюшевые медведи, слоны и зайцы. Множество небольших пупсов и кукол побольше. Одна стена забора полностью покрыта музыкальными пластинками. Уголок посвящен творчеству Высоцкого. Почти все вещи Александру принесли самарцы. У художника для всего найдется местечко. Ну, я не для кого, я для себя просто делаю. А вот посмотрю, людям нравится. Здесь такие эмоции. Сказочный двор уже становится местной достопримечательностью. Сюда пару раз даже приезжали фотографироваться молодожены. Александр такому вниманию рад. У него еще много творческих задумок. Поэтому сказка в самарском дворе будет жить. Лариса Шлафаст, Артем Сулайманов. События.